Приветствую вас на канале RedCat. Сегодня мы будем учить алфавит вместе с бонстиками и стикизами. Это видео предназначается для самых маленьких моих зрительниц, а также Red Kitty, которая начинает учить алфавит. И первая буква алфавита – это А. Почти каждая буковка бывает большой и маленькой. Пускай большая буковка А будет – это наши родители, а маленькая буковка А – это ребенок. Ну что ж, давайте начнем учить алфавит. И первая буква у нас А. Антин. К сожалению, на букву А бонстиков нету, поэтому я взял стикиз. Переходим к следующей букве. Это буковка Б. Б. Барбос. Это бонстик из первой коллекции. Буковки В. Большая и маленькая. В. Волли. Это бонстик из третьей коллекции. Следующая буква Г. Г. Грейп. Перед вами бонстик виноградик. А сейчас нам падает буковка Д. Д. Дастри. Бонстик из второй коллекции. Буковка Е. Большая и маленькая. Е. Евроопт. Название сети магазинов, в которой выдаются бонстики. Ё. Она очень похожа на букву Е, только еще добавлены точечки сверху. Ё. Йося. Герой бонстиков 2. Ж. 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 Желтопус. Один из самых первых бонстиков. Буква З. З. Очень похоже на цифру 3. З. Завр. Буква И. Бонстиков с такой буквой нету, поэтому я взял стикиз. И. Игорь. Буква Ю или И краткая. Словно два вертолетика улетели буквой, и у нас остался Йорш. Ю. Йорш. Следующая буковка у нас К. Звук произносится как К. Котя. Самый красивый бонстик первой коллекции. А это буковка Л. Произносится как Л. Л. Лимпо. Перед нами появляется буковка М. Произносится звук как М. Моня. Перед нами появляется буковка Н. Произносится как Н. Нюня. А эта буква, похожая на нолик, называется О. О. Они. Бонстик из третьей коллекции. А эту буковку зовут П. Звук произносится как П. Потатик. Кстати, очень красивый бонстик. А эту бегущую буковку зовут Р. Произносится как Р. Рогли. А эта буковка гонщик называется С. Произносится как С. Скалли. Перед нами буковка Т. Произносится как Т. Т. Том-то. Эту смешную буковку зовут У. Также она и произносится У. Ушан. Если вы поставите обе руки в боки, то вы получите буковку F. Или еще F, говорят на нее. Произносится как F. Флиппер. А эта буква из игры крестики-нолики называется Х. Произносится как Х. Хоба. Прикольный слоник из первой коллекции. А эта интересная буква называется C. Произносится как Ц. Цыпа. Следующая буква называется Ч. Произносится как Ч. Черри. А эту буковку зовут Ша. Ее очень любят шипеть змеи. Произносится как Ш. Шипун. А следующая буква очень похожа на предыдущую и называется Ща. Произносится как Щ. К сожалению, на эту и следующие три буквы нету бонстиков либо же стикизов. Перед вами твердый знак. А эту буковку называют И. Похож на звук, который издают в Роблоксе, когда падают. И. А эта буковка, похожая на твердый знак, называется мягкий знак. Обратите внимание на эти три буквы, которые мы только что увидели. Это единственные буквы в алфавите, у которых нету родителей. Они бывают только маленькими. Большими они никогда не бывают, потому что на эти буквы не начинается ни одно слово в мире. Идем дальше. И следующая буква Э. Она произносится так же, как и называется. Э. Эплик. Эплик очень красочный бонстик из третьей коллекции. Ну и осталось еще две буквы, которые, к сожалению, тоже не встречаются в названиях бонстиков. Первая буква Ю. А вторая буква называется Я. Вы увидели все буквы алфавита, и давайте попробуем их вместе назвать от начала и до конца. Начинаем с буквы А. А. Б. В. Г. Д.
Е, Ё, Ж, З, И, Й, или И краткая, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, С, Ч, Ш, Щ. Теперь три буквы без родителей. Твердый знак. И, мягкий знак. Э, Ю, Я. Повторяйте как можно чаще эти буковки, и вы обязательно их выучите. После чего вы сможете научиться читать и писать. Ставьте лайк, кому понравилось это видео, и до новой встречи на канале Red Cat. Всем пока!